Та-та-та, всем здорово! И мы будем проходить игру под названием Hitman Absolution. Новая игра, выбираем средний уровень. Да, это будет первое видео про Хитмана. Послушай меня. Ты должна быть храброй. Сюда придет человек и заберет тебя. Я не смогу пойти с тобой. Так надо. Этот человек, он другой. Он защитит тебя. Пожалуйста, не суди его за то, что он совершит. И, кстати, мне приятно, что вы там смотрите мои видео. Очень благодарен. Мне жаль. Что вы потихоньку подписывайтесь и смотрите. Иногда и ставите лайки, это очень приятно. Может, однажды ты все поймешь. Сорок седьмой? Это Бенджамин Трэвис. Деньги переведены на ваш счет. Добро пожаловать в Чикаго. Я ценю, что вы взялись за это задание. Идти против своих нелегко, но предательство Дианы Бёрнвуд должно быть наказано. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для молота, а для скальпеля. Детали роли не играют. Вот именно. Удачи, 47-й. Я подъезжаю. Хорошо. Проникните в усадьбу, устраните Диану. А Викторию приведите к нам, невредимой. Сэр. Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику? В этом задании ключевые элементы игры будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом. Ну, кому интересно, с оружием видна желтая полоса, показывающая силу вашего инстинкта. А позу поставите. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Когда вы в укрытии, врагам намного труднее вас заметить. Сейчас там кто угодно может пройти, когда ему заблагорассудится. Конец связи. Так. Чтобы извлечь всю пользу из этой обучающей миссии, постарайтесь оставаться невидимым и убивать бесшумно. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Когда вы цельтесь в голову. Чтобы повысить точность стрельбы, стабилизируйте прицел. Так.
Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Еще какую тревогу? Вы спрятались. Если враги не видели, как вы сюда залезли, вы в безопасности. И даже можете выглядывать наружу. Так лучше этого спрятать. Используйте струну из оптоволокна, чтобы бесшумно устранить охранника впереди. Местный персонал. У нас еле хватает времени проверять территорию. Чистое убийство. Обратите внимание, струна позволяет сразу оттащить тело в сторону. Так. Ну как он так еще не заметил, что аж плотную, а? Вы эту игру уже знаете, давно проходили. Многие. Подготовка агента 47, а также его обостренное чутье, позволяют ему подмечать все, что его окружает. Обратите внимание на охранников в саду. Так, продолжаем. Отвлечение, точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Прекрасно. Проходите, пока охранник отвлекся. У нас, похоже, нарушитель. Начинаю поиск. Прием. Погнали. Как оно, Хэнк? Пришел меня проведать, малой? Что? Ну, я просто обход делаю. Слушай, моя жена чемпион штата по сплетням. Это был вопрос времени. Я, конечно, ценю твою заботу. Послушай меня, парень, завязывай с этим делом. Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. Дорога ведет так, либо в могилу, либо в депрессию. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Ну да, скука здесь просто смерть. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Ну это ж хорошо. Так. Лучше избавиться. А ну, кыш. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. Еще как нужно. Ищите маскировку. Вы переоделись в садовника. Теперь вы можете перемещаться по оранжерее. Учтите, что другие садовники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Обманите садовника. Используйте инстинкт, пока не окажетесь внутри и в безопасности. Охранники впереди вас не заподозрят, но вам следует остерегаться садовника. Насколько я знаю, девчонка все это время не выходила из дома. В школу не ходит, друзей ее не навещает. Простите, я тебе новые правила. Ход только для охраны и... Отлично. Просто отлично. Я убью этих шутов-ремонтников. Вы разобрались с охранниками. Вы получаете очки инстинкта. Пошли проверим причину. Охранники заняты. Вы можете убить их или прокрасться мимо. Выбор за вами. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Легко и просто столкнул. Ну, кто выходит, тот прочитает.
Я прошел через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд. А Викторию приведите к нам целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. Вы уверены? У меня нет рака простаты. Дайте я вас расцелую. В смысле, отличной новости. Вы меня порадовали. А? Спасибо, доктор. Я думал, я уже труп. Ага, док, мне надо бежать, долг зовет. Огромное спасибо. И вам доброго дня. Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. Легко и просто. В одежде охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Естественно. Пусть идет, позагорает. Эх, так и ладно. Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. Все, побежали. Сейчас. Что там было? Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи! Спасибо. Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Так, пошли наверх. Значит так, мисс Бёрнвуд ушла далеко и скоро спустится. Девочка в моей комнате. Угу. Так. И вы ни при каких условиях не будете оставлять випов одних в течение своей смены. Форма где-то неправильно. Красиво. Тебя так инфаркт хватит, Варюкин. Вон, я сказал. Посторожи ворота или постреляй по банкам, горилла. Как это странно. Какие-то незнакомые нотки. Я переборщил с мускатом? Нет. Это что-то смутное. Буквально намек в самом конце. Это что-то другое. Неужели я... Как это называется? Ошибся? Иди поспи. Нет. Нет, это просто немыслимо. Ладно, еще раз по порядку. Посмотрим. Эй, кто погасил свет? Все? Ой-ой-ой. Высыпаться надо. Вы переоделись в повара. Теперь вы можете перемещаться по нижнему этажу усадьбы. В усадьбе никто не может вас разоблачить, но не ходите с оружием в руках. Да шо ты, это ты... вызовет подозрение.
подтащили. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Естественно. Так. Говорит Альфа. Мне плевать. Пусть поставят передвижной туалет в саду. Я не буду рисковать безопасностью, пуская в усадьбу людей, не получивших разрешения лично у меня или моих замов. Проследите за этим. Конец связи. Просто проседаю. Нормально, сколько там бутылок, а? Новый помощник повара? Почему мне не доложили? Говорю тебе, всех клиентов, с кем пусть я явится работал, к моему помощнику после дежурства. Да, а когда мы воплощаем кинжалы? Что там о ней известно? Кажется, ничего. Кстати, даже главному я думаю. Что-то от последней чашки у меня язва разыгралась. Продолжайте дежурство. Я проверю пост у ворот. Мерсес, торговля смертью? Стоп! Ты хочешь сказать, я думал, это выдумка. Хочешь спрятаться? Убеди всех, что тебя не существует. Господи, эта дамочка не просто рада. Все ноет. Как же хочется присесть. Хоть на минутку. Знал бы ты. Ой, знал бы ты. Это уже труп. Оша доказывает, что нельзя много пить кофе. Прекратите бегать! А, все не так плохо. Просто надо его настроить. Жаль, у нас этого никто не будет. Так. Поднимемся. Набрав достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и технику, которую вы можете смотрите, разблокировать. Здесь охранники. И вы тоже можете. Отличный вид. А я и не замечал. Подхожу к цели. Отлично, 47-й. Запомните. Диана сама во всем виновата. Она предала нас, агентство, наш кодекс. Все, за что мы боремся. Она слишком опасна, ее нельзя оставлять живых. Думайте об этом, нажимая курок. Здрасте. Седьмой. Сорок седьмой, докладывайте. Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу, даже у тебя, 47-й.
У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт! Здесь что-то не так. Кажется, всё не так. Ты слабеешь. Нет времени. Но есть шанс. В моем халате письмо. Беги. Вместе с девочкой. Пока Трэвис не догадался, она не должна стать такой, как ты. Обещай мне. Я обещаю. Бег вызывает много шума и может насторожить врагов. Ой, насторожить. Агент 47 может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Готовы смотреть? Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель. Фатальный урон. Ну шо, скотыняки, не повезло. Ты знаешь, кто я такой? Я все знаю. Это прям все. Она мертва, да? Пошли, держись рядом. Куда мы идем? Садись. Поехали. Прекрасно, 47-й. Ведите девушку в точку эвакуации. Зачем ты нужна агентству? Я не знаю. Может, потому что я... Диана сделала это ради тебя. Зачем? Пожалуйста, она была моим другом. Она забрала меня от врачей. Расскажи мне об этих врачах. Я не знаю. Все было как в тумане. Как дурной сон. Зачем? Это важно. Сэр, тут никого нет. Кажется, наш объект сбежал. Черт побери! Этого я и боялся! Брось на это дело всех агентов, слышишь, Джейд? Найдите мне этого 47-го, пока он не исчез! Не исчезнет. Ладно, на этом уже будем заканчивать на этой серии, на этом моменте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.